Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Короткая. Сегодня мы с вами сделаем небольшой велосипед для украшения интерьера. В работе мне нужны будут трубочки из любой бумаги. Это может быть газета, может быть какие-то черновики. Нужен будет клей ПВА. За основу корзиночки я возьму вот такой колпачок от пены для бритья. Можно взять что-то и побольше. И бумажное полотенце. 1-2 кусочка полотенца для такой корзинки вполне хватит. Обезжириваем. Но здесь сильно тонкую шпажку не надо брать, иначе будут жгутики очень тонкие, некрасивые. Можно клей ПВА развести в водичке, чтобы он был более жидкий. Вот так перекручиваю жгутики. Заранее жгутики сделать не получится, потому что они могут раскрутиться. Ряд за рядом я вот так прохожу. Выравниваю верхний слой и хорошо промазываю этим же клеем всю корзинку, чтобы между собой жгутики хорошо склеились. Напоминает плетение. Такой же принцип работы я показывала вам на примере вот такой корзинки. У меня не было возможности показать, насколько она крепкая. Она фактически как деревянная. Ничего с ней не происходит. И это все бумажное полотенце. В конце видео на экране вы увидите активную ссылку, как сделать такую корзинку. Все остальное я буду делать из бумажных трубочек. Вначале нужно будет сделать донышко. Промазываю трубочку клеем и скручиваю улиточку. Стараюсь потуже ее делать. Подклеиваем донышко, и корзинка стала повыше. Прохожу всю работу уже не разведенным клеем. Корзина идет на просушку. Таким же образом, как я делала дно у корзинки, я сделаю колеса. Три колеса. Корзиночка высохла. Кажется, что она сейчас немножко мягковатая, но после того, как мы еще покрасим и покроем лаком, она будет очень такая жесткая. Вначале делаем крепление, руль буду делать. На одном уровне делаю перегиб. Наматываю, ручки у меня будут.
И вот основа велосипеда готова. Абсолютно все просто. Буду красить акриловой краской. Конструкция очень крепкая получается. Сюда можно даже небольшие букетики живых цветов ставить. Буду проходить и оттенять все сухой кисточкой. А теперь я всю работу покрою акриловым лаком. Друзья, вот такой декоративный миниатюрный велосипед у меня получился. Окрасить можно в тот цвет, который подходит под ваш интерьер. А в корзину положить можно и пасхальное яйцо, и конфеты, или составить цветочную композицию. Дорогие друзья, а я на сегодня с вами прощаюсь. Если вам это видео понравилось, не забудьте поставить лайк. Благодарю за просмотр. До новых встреч!